Врачи Югры запустили интернет-марафон. Приверженцам здорового образа жизни предлагают выкладывать фотографии и видеоролики с хэштегом «Я здоров 86 и Югра активная». К участию принимаются отчеты о любой активности, будь то бег, велопрогулка, фитнес-тренировка, танцы или борьба. Челлендж проходит в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Самые активные югорчане могут выиграть призы – это 3 сертификата в спортивный магазин. Итоги марафона подведут 2 сентября ВКонтакте в официальной группе Департамента здравоохранения Югры. Я занимаюсь разными видами спорта, туризмом, много путешествую, правильно питаюсь. Это мне помогает сохранить здоровье и продлить молодость. Я врач-физиотерапевт. Каждое утро бегаю 12 километров, а мои сыновья играют в футбол. Бег – это здоровое сердце. Врач должен быть здоровым, как фитнес-тренер. Должен быть всегда в форме. Мы вместе делаем Югру здоровым и сильным регионом. Присоединяйтесь к нам и будьте здоровы!